Видеокурсы был урок, как сделать светящиеся грани маски. Вот такие, да? А сейчас полностью сделаем материал светящимся. Это еще проще. Тут буквально минута работы. Я сейчас удалю этот. И вытащу другой. Создадим материал для него. Правая кнопка мыши, материал, как-нибудь можно назвать. Так, здесь нужно всего лишь, так, нажимаем клавишу M и кликаем Multiply. Затем нажимаем 3 и клавишу. Подсоединяем Emissive Color сюда. Здесь выбираем любой оттенок. Допустим, голубой. Выбираем множитель. Здесь откроем. И сделаем 100. Вот он такой будет светящийся. Сохраняем. И кидаем вновь созданный материал на наш объект. Вот и все.